Короче, я недавно делала ролик про Ялту. Ялту, по-моему, Ялте это было, где это было? Короче, мы были с мамой, я еще была маленькая, она меня отправила куда-то, какой-то детский там этот был, этот лабиринт. Я должна была там гулять, гулять, типа, мне было интересно. Я дошла до конца лабиринта, и там лежала как бы кусок, как бы, говно, короче, лежал. И я была в шоке, что люди гуляют, гуляют по лабиринту детскому, и потом садятся какать. Примерочные, примеряют платье для день рождения. До сих пор! Теперь берешь в камеру для подписчиков. Блядь, не посмотреть. Короче, представляете, какой кошмар? Представляете, какой кошмар? Человек в прямом эфире насрал примерочный.